Приветствую вас. Прочитал ваш текст, он достаточно большой. Знаете, ну, в основе всего у вас лежит, конечно, чувство стыда. В основе всего у вас лежит чувство стыда, непринятие себя, конечно же, страхи, но страхи, мне кажется, здесь основываются исключительно только на вот этом вот самом чувстве стыда. И на том, что, ну вот, ваш отец, да, был с нарциссическими тенденциями, то есть, я так понимаю, что он обесценивал всех, возвышал себя, и, соответственно, вы постоянно чувствовали себя униженной, чувствовали себя второсортной, и, короче говоря, постоянно чувствовали, что недостойны какого-то вот внимания, да, недостойны какой-то любви, недостойны какого-то хорошего отношения к себе. И почувствовал свободу, почувствовал себя самостоятельной, значимой, а вы все-таки до сих пор боитесь, что мужчина, он будет вас также подавлять. И вы, наверное, понимаете, что гиперопекающей в семье, да, ну, гиперопекающая мама и нарцисс-отец, если это, конечно, так, откуда вы это взяли, вот, это уже другая история. Если у вас гиперопекающая мама и, грубо говоря, такой подавляющий отец, вот, то совершенно очевидно, что вы свои желания подавляете. Совершенно очевидно, что вы стесняетесь, вы стыдитесь, то, о чем я говорил. Поэтому в основе всего здесь лежит стыд. Это первое. Ну вот, как мне видится, как мне видится. То есть, подавленность своих желаний. Второе, о чем хотел бы сказать. Это личные границы. То есть, скажем так, четкое представление у себя в сознании, четкое представление, что дозволено другому человеку, к примеру, вот, а что нет. То есть у меня такое ощущение, что вы вот, ну, боитесь подпускать к себе мужчин именно по той простой причине, что вы не умеете отделять себя от других. То есть у вас либо полное отделение от человека, либо стремление слиться с ним. Если даже вы своего друга нетрадиционной ориентации воспринимали, начали воспринимать как суррогат. Хотя казалось бы, о каком суррогате идет речь? Ну, друзья — это круто, мужчина нетрадиционной ориентации для женщины является идеальным другом, это уже как бы доказано, да, это уже общепринято, как мне так кажется. Вот, поэтому личные границы, это то, что вот второе мне видится у вас проблемой. Личные границы — это четкое разграничение ответственности, то есть за что отвечаете вы и за что отвечает другой человек, у вас вот этого нет, потому что мать у вас, она была гиперопекающая, да, и, соответственно, она постоянно нарушала ваши личные границы, но она брала и ответственность за вас, она брала ответственность там, где не надо было брать, ведь именно поэтому вы уехали в другую страну, да, просто чтобы вырваться, чтобы вы чувствовали, что вы подавлены, но 19 лет — это срок достаточно уже большой, достаточно серьезный возраст, то есть все основные моменты уже были сформированы. И
свою подавленность вы принесли. Вы принесли вместе с собой в другую страну и принесете эту подавленность туда, где бы вы ни были, где бы вы ни находились. Вот. Поэтому я бы сказал, что вот эта вот безответственность по отношению к себе или просто проблемы с ответственностью, да, то есть у вас как бы в норме границы ответственности у людей, они четкие. То есть они могут расширяться, но это происходит равномерно, это происходит естественным образом. У вас эти границы, они размыты. То есть у вас нет четкого представления о том, за что отвечает вы, за что отвечает другой человек. Вот. И что не менее важно, то, что касается личных границ, это то, что нужны правила. То есть вы не чувствуете себя в безопасности, вы не чувствуете себя уверенно именно потому, что каждый раз, каждое решение вы, ну, решение, ну, к примеру, по общению, да, решение по взаимодействию с, к примеру, другим человеком, мужчиной, для вас принимается как будто бы впервые, то есть слишком много ресурсов на это тратится. Вот. Так как если были бы правила, если бы были четкие правила, которые помогали бы вам не тратить свою психическую энергию на принятие этих решений, то, мне думается, ситуация была бы лучше. Вот. Что еще можно сказать? Совершенно очевидно, что как минимум мама, потому что с папой тут все менее понятно, да, то есть если мама опекающая, гиперопекающая, это понятно, гиперопекающая мама, что это такое, это понятно, то отец с нарциссическими тенденциями, это как-то, ну, на мой взгляд, да, то есть я понимаю, что это, но как это проявляется у вас, это не ясно. И про отца, как бы, вы больше ничего не пишете, это очень жаль. Так вот. По крайней мере, мамой вы были помещены в исключительные для себя обстоятельства, вы были помещены в исключительные для себя позицию. Исключительная для себя позиция – это, по сути, особые условия. То есть вы, как я понял, один ребенок в семье, единственный ребенок в семье, еще и на, как бы, особых правах были, по крайней мере, у мамы, вот. Это дало вам чувство, что вы исключительно, что вы особенно. Это дало вам ощущение, что вы уникальны, что к вам нужен уникальный подход, что вы не такая, как все. И вы не ведете себя так, как все. Вы не такая, как все, вы чувствуете себя не такой, как все, вы сравниваете себя с коллегами, вы говорите другие коллеги, но вы такая же. Так вот, вот эта вот особая позиция в жизни, ну, в жизни ребенка, она приводит к тому, что другие люди воспринимаются как обязательно плохие, то есть если другие люди, да, то обязательно плохие, если мужчины, то обязательно плохие. Вот, отсюда вы смотрите на людей, как на врагов, то все люди плохие. Ну вот, исключительная позиция приводит к тому, что вы возвышаете себя в глубине души над другими людьми. А это ошибочная позиция, потому что вы такой же человек, как и все остальные. И вот эта вот идея величия, которая у вас есть в основе этой позиции, ну вот в основе вашего отношения к другим людям, таким, их нужно разрушать. Как только человек перестает чувствовать себя особенным в этом смысле, ну именно как вот человеческая особь, да, скажем так, он перестает чувствовать себя особенным, он больше внимания уделяет своим, человеческим качеством, своим навыкам, и он как бы более свободно себя чувствует. Сейчас же вы просто-напросто, вот вы говорите, да, я просто не смогла, да, это по сути вы что говорите? Вы говорите, что я поняла, что мужчина хороший, я поняла, что я хочу с ним быть, я поняла, что, ну ладно, у нас там нет любви, но так, по крайней мере, я хочу с ним переспать, и я не смогла с ним переспать.
это означает, что это, эти отношения не для меня, это означает, что это все не для меня. А почему не для вас? А потому что я особенно, я не такая, да, как другие. И вместе с этим у вас определенно есть недолюбленность со стороны отца. То есть вы вот чувствуете себя наверняка недостойной любви мужчины. Ну вот. И можно только посочувствовать. Вот действительно можно только посочувствовать вам в том, как нелегко вам живется, понятно, того, что с одной стороны вы чувствуете себя исключительно, с другой стороны вы чувствуете себя недостойно, и именно в этих противоречиях вы просто, просто поглощены как личность, и понятно, что почти ничего не остается для других людей, ничего не остается на какую-то социальную активность и так далее. А я думаю, что начать вам свой путь нужно с двух моментов. Первый момент — это выписка, выделение всех своих противоречий. То есть вот все аноним свои противоречия выпишите, чтобы вы сами видели эти противоречия в своем мышлении, в своих чувствах, в своих желаниях. Короче, все, что противоречит друг другу в вашем психологическом поле, все это выпишите. Это послужит вам дорожной картой для работы. Это первое. И второе, да, это, собственно, ваши потребности, то есть чего вы хотите, что вам нужно. Это очень важная история, потому что потребности у вас, они тоже, ну, мягко говоря, они варьируются. То есть, мягко говоря, они у вас не постоянно нестабильны. Вот. Смотрите. Вы пишете. Так. Меня захватила свобода. Моя позиция первых 3 лет была: мне никто не нужен, замуж не хочу, любовь — это все глупости, я буду строить карьеру, сама совсем справлюсь. Знаете, зачатки рационального в этой позиции есть. Только имеет место быть что? Обесценивание. Обесценивание любви и, в общем-то, вы пишете, что сама совсем справлюсь, с чем именно справлюсь, непонятно, но получится в целом нормально. Вы пишете здесь про карьеру, но непонятно, выстроили вы карьеру или нет. Стали ли вы профессионалом экстра-класса в том, чем вы занимаетесь, это не ясно. Так, ну, про страх мужчин я уже сказал. Почему, да, то есть это вот, грубо говоря, страх боли, вот, вот еще, да, по поводу боли хотел сказать. Вы говорите, что я боялся, что если подпущу кого-то близко, то мне сделает больно. Скажите, а по какой причине вы боитесь боли? Что такое боль, по-вашему? Есть ли люди, которые живут без боли? Есть ли люди, которые в отношениях не испытывали никогда боли? Видите, вот так проявляется ваша исключительность. То есть, типа, все люди испытывают боль, а я не буду. Я не хочу, я не могу, я недостойна, я особенно. Понимаете? Вот. Вы пишете, будут контролировать мою жизнь, и в итоге я потеряю себя. Ну, это личная граница. Это личная граница. А вот отношение к боли вашей, как вы ее воспринимаете, да?
Это очень интересная история. Ибо она идет из детско-родительских отношений, помимо всего прочего. То есть, в каком смысле из них? Мама гиперопекала вас, и, соответственно, за счет своей гиперопеки она компенсировала жалость. Правда, непонятно, к кому вы пишете, что она же не вышла замуж из жалости, но кому? Она боялась остаться одна. То есть ее гиперопека – это компенсация того, что она боялась остаться одна. То есть вместо того, чтобы пойти навстречу своему одиночеству, испытать боль, через боль обрести себя, потому что боль направляет, вообще мама избегала этого. То же самое касается отца, который за счет своего характера нарциссического, вот, он также избегал боли, вот. И в итоге вам внушили, что боль это что-то плохое, это что-то страшное. Но отсутствие боли всегда порождает одиночество. Всегда порождает отчужденность. Всегда. Потому что всем больно. Всем бывает больно. И боль это сигнал. Это сигнал о том, что вы что-то делаете не так. Понимаете? Поэтому когда вы говорите, что я боюсь, что мне сделать больно, это вот такая вот история. Это такие вот моменты. Значит, вы пишете, да, что значит, хотели строить карьеру. Ну окей, понятно. Я нашла себе, соответственно, друга нетрадиционной ориентации. Мы очень общались, мы очень близко общались 3 года. Сейчас, я понимаю, это было деструктивно для меня. А чем? Вот вы говорите, деструктивно, а чем? Ну нашли вы друга, ну был у вас друг, ну мужчина был. И что? Вы говорите, с одной стороны у меня был мужчина, другой с ним невозможно были сексуальные отношения. Так, о каких сексуальных отношениях вы говорите аноним, если это изначально ваш друг, и изначально мужчина нетрадиционной ориентации, о каких сексуальных отношениях вы говорите? То есть, почему вы этого человека воспринимали именно как мужчину, если он вам изначально был другом? Вот. Дальше. Так, с ним невозможно было так. Общаясь с ним, я потакала своим страхом. Да нет, совсем не обязательно вы потакали своим страхом. Вы просто хотели иметь дружеские отношения, это было неплохо. Вот. Вам бы видеть в мужчинах сперва личности, а потом уже мужчины. Потом я решила, так, значит, позже до меня дошло, что я обворовываю сама себя, понимаете, мне нужны отношения, мне нужен партнер, зачем? Вот понимаете, человек, которому нужны отношения, которому нужен партнер, он неполноценен. Он себя чувствует неполноценным. Я согласен с тем, что вы обворовываете себя, но я не согласен с тем, что вы обворовываете себя в контексте отсутствия отношений. Вы обворовываете себя в контексте может быть, своей свободы, в контексте, может быть, своей зажатости, своей подавленности, может быть. Но нельзя просто хотеть отношений, нельзя просто испытывать нужду партнера. Можно испытывать сексуальное желание, и можно встречаться чисто ради секса. Это как бы нормально. Но нельзя испытывать потребности в отношениях, потому что это означает, что вы неполноценны, это означает, что вы не целостны и стремитесь к слиянию. И по сути весь ваш неуспех связан именно с этим. Именно с тем, что вы стремитесь к слиянию, то, чего люди даже вам не могут. Ну, можете почитать, что такое слияние в интернете, я полагаю, там вы с этим ознакомитесь. Дальше. Какое-то время я просто страдал от одиночества. Ну, вот это то, о чем я говорил, да, одиночество – это не принятие себя, а стыд, по сути. Надеялась на чудо. Это инфантильная детская позиция, которая отражает вашу психологическую незрелость, несмотря на то, что вы достаточно хорошо адаптируетесь, вот. И здесь все-таки нужно взрослеть, то есть личностно расти, я полагаю, вам будет не сложно, потому что необходимый базис у вас для этого есть.
Я решил зарегистрироваться на сайте знакомств. Опять же, момент. Почему на сайте знакомств? Знаете, я не буду, дальше, как бы, читать ваш опыт, потому что все там, в принципе, про одно и то же. Почему сайт знаком? Почему не реальная деятельность? Почему вы не строите карьеру свою, как хотели изначально? Ведь если бы вы развивались в карьере, если бы вы становились профессионалом своего дела, то вокруг вас были бы и люди, которые увидели бы вас как личность, ну потому что вы себя как личность проявляли бы, и все. По какой причине это произошло именно так? Вопрос. А это очень важно. То есть, получается, что вы после 3 лет пребывания на новом месте не имели ни круга друзей, ни круга общения, ничего, раз вы пошли на сайт знаком. А как людей воспринимают на сайте знаком? Ну, это так просто к вам информация к размышлению. Вот. Далее вы тут пишете после многообещающего общения и так далее. Есть, ну, это все отношения чисто товарные, да, то есть, как бы, вы сами обрекли себя на, по сути, отношение к себе как к чему-то такому, как к товару. Вот. То есть, знакомство — это, по сути, витрина, где люди выставляют себя и говорят, смотрите, вот я такой или я такая, и все. Вот. То есть, опять же, здесь субъективная ваша сторона, как вы к этому пришли, как вы пришли к сайту знакомства, это очень важная история. То есть, к примеру, вы, допустим, 3 года были одна, почувствовали, что вам нужен кто-то. Ну хорошо, если вам нужен кто-то, в чем проблема общаться по интересам, в чем проблема посещать какие-то общественные места и взаимодействовать там с людьми. Не как с мужчинами-то в том-то и дело, а как с личностью. Именно для этого нужно себя чувствовать личностью, не просто личностью, а такой же, как остальные, в качественном смысле. А этого у вас нет, я полагаю. Дальше, значит. Ну, здесь вот последний, 4-й случай, я только зачитаю. Нет, я только зачитаю, да? Один момент. Вы пишете, дело шло к сексу, и тут я сказал ему, знаешь, меня спросили, если у меня парень, я не знала, что ответить, как ты думаешь. Вот что это? Это родительская позиция. Это родительская позиция, согласно которой вы не можете просто с мужчинами спать. Это, по сути, запрет на сексуальные отношения. То есть, вы испортили, как вы говорите, себе, постель, да, скажем так, не случайно. Вы сделали это именно потому, что у вас есть запрет на близость. И здесь разработал ваш защитный механизм рационализации. Потому что если вы чувствуете, что дело идет к сексу, ну не стали бы вы об этом спрашивать. Даже если бы вас это волновало. В крайнем случае вы бы спросили после секса. И здесь, конечно, уже возникает вопрос о том, что вы девственница, о том, как вы к этому относитесь, да, то есть стыдитесь вы этого, не стыдитесь вы этого и так далее. И вот кому-то бывает полезнее, там, скажем, ее потерять просто и все, да, то есть, чтобы, ну, не чувствовать себя особенным. Кому-то, наоборот, оказывается ближе позиция, при которой девственность вообще ничего не значит. Просто не видела достойных мужчин и все. Вот. Кому-то помогает сведение всего факта девственности к обычной физиологии, да, то есть это просто физиологическая особенность и все, к примеру, вот. То есть это, по сути, детали, все по сути детали, но очень важно, как вы относитесь к девственности, и очень важно этот момент разобрать. Такое ощущение, что у вас есть просто запрет на сексуальные отношения, вот.
Вот вы пишете, я влюбилась в него и решила ему отдаться, встречаться просто так, к обоюдному удовольствию, но просто не смогла. Я не смогла. Так, и что это значит? Понимаете ли вы, как это звучит для взрослого человека? Что значит не смогла? Вы влюбились, вы хотели, в чем проблема? Это опять запрет, опять стыд. Я не могу иметь, как вы говорите вы себе, таких отношений. Но вы это не поясняете. Вот. Так, я поняла, что люблю его и сожалею. Мне кажется, наши отношения могли развиваться, если бы я не испортилась за своим глупым вопросом. Это не глупый вопрос. Вот это обесценивание себя, это тоже достаточно такой, ну, важный момент. Это не глупый вопрос. Это был вопрос вполне закономерный. У вас дело все шло к сексу. Секс для вас важен, ну, по тем или иным причинам. Вы чувствуете, что сейчас вы можете это получить, и начинают срабатывать все защитные механизмы. Если вы проследите за собой, вы увидите, что все, что вы делаете, вот только для вас очень важно, везде у вас появляются какие-то на первый момент глупые мысли. Но да, если подумать, то это не глупые мысли. Это говорит либо ваша мама, либо ваш папа. Вот судя по тому, что вы описали, да, меня спросили, есть ли у меня парень, я не знал, что ответить. Я полагаю, что это, скорее всего, это, скорее всего, потому что, ну, мне почему-то так кажется. То есть, возможно, именно отец, к примеру, считал, что не может быть просто секса, то есть он не достоин просто секса, он достоин именно хороших отношений. Вот, может быть, он и думал по-другому, а вы это интерпретировали так, но совершенно очевидно, что мысль это не ваша. То есть, раз вы говорите, что вы делаете блок секса, значит, вы чувствовали это желание. И вы не отдали желанию, включив голову. А голова в данном случае всегда родитель. Это всегда родитель. Вот, а родители это запреты. Соответственно, выявить эти запреты и направить их в конструктивное для нас русло – очень важный момент. Вот. А дальше, я все равно испытываю чувства к нему. А какие чувства, аноним? Какие чувства вы испытываете к нему? Что это значит? Вы говорите, что я люблю его, а как проявляется любовь? У меня нет ощущения, что вы его любите. У меня нет ощущения, что вы в нем нуждаетесь. Но это любите, нет. Ну вот. Ага, что-то должно быть не так со мной, если одна. Ну, я об этом я рассказал. Я просто не умею общаться с мужчинами. Знаете, аноним, я вам так скажу, с мужчинами не надо общаться. Знаете, вот это очень серьезное заблуждение, что я не умею общаться с мужчинами. То есть связано оно с тем, что мужчины для вас что-то исключительное. Опять же, мужчины исключительно только потому, что вы сами чувствуете себя исключительно. Так вот, а с мужчинами не общаются, как правило. С мужчиной может общаться только женщина и только либо в постели, либо флиртуя, либо когда он, ну, условно говоря, там, ее защищает, или, условно говоря, проявляет себя еще как-то. То есть это довольно интимный уровень отношений, вот. Это не повседневная такая форма взаимодействия. Вам не с мужчинами надо общаться, вам надо с людьми общаться, с личностями, понимаете? А для этого нужны интересы, для этого нужны увлечения, для этого нужны хобби, для этого нужен фундамент, для этого нужно постоянное развитие, для этого нужно стремление к вершинам, для этого как раз-таки нужна карьера. Для этого нужен постоянный поток людей и активное взаимодействие не с мужчинами, а с личностями. Понимаете? По поводу того, что вы их боитесь, я сказал, это отсутствие личных границ, границ ответственности и правил. Вот. Ну, скорее всего, правил. Может быть, есть еще что-то более такое, к примеру, вы можете бояться унижения, да? Со стороны мужчин можете бояться контроля,
Но... А, боли, ну про боли я уже сказал, а откуда возьмется контроль? Вот благодаря чему берется контроль, понимаете? Вот, я выгляжу как подросток, но это субъективная история. Я только год назад начала носить платье, а по какой причине перестала бояться красного огня? А чем боялись? Тут видите, стыд какой. Это все стыд. Это идет от матери, да. Тут, мои коллеги правы. А мужчины не замечают меня. А вы думаете, мужчины что, они замечают внешность только? То есть опять же, вы здесь хотите, чтобы вас рассматривали исключительно как товар. Нет? Адекватные мужчины, они, вот, если это не такой мужчина, как вот, с каким вы общались, которому 34 года было, вот, если это не такие мужчины, то люди чувствуют психологический образ человека. У вас его нет, там еще вы подавлены и смотрите на всех, как на врагов. На улице смотрю на прохожих, как на врагов, и хочу поглощенным своим мыслям. Эрик Бёрн, называл уход в себя одним из способов времяпровождения. Вопрос, по какой причине вы поглощены своими мыслями? Вопрос, по какой причине вы смотрите на людей, как на врагов? То здесь, опять же, с точки зрения, например, транзактного анализа, да, у вас какая позиция? Я минус, со мной что-то не так, с другими людьми, то есть что-то не так, значит, я и они минус, и они минус тоже, и вы минус, то есть близкие люди, с близкими людьми тоже что-то не так. Вот я полагаю, что эти позиции я минус, вы минус, они минус, нужно их корректировать, чтобы были везде плюсы. Вот. Еще есть труд. Ну, труд. Именно трудовая деятельность. Как она у вас, мне непонятно. Но, тем не менее, пока вы не будете считать себя плюсом, пока вы не будете считать других людей плюсом, то есть перестаньте смотреть на людей, как на врагов, а для этого, опять же, нужны правила личной границы, ибо вы не чувствуете себя в безопасности, вот, ничего не будет. А поглощенность мыслями – это защитная реакция. Вопрос только в том, от чего. Я просто уже устал от одиночества. Это очень плохо, потому что, по сути, это означает, что вы устали от себя. По сути, это означает, что вы самой себе надоели. Если вы самой себе надоели, это означает, что гармонии внутри вас нет. Если нет внутри вас гармонии, то вряд ли эту гармонию вы принесете в отношения, если они у вас будут. Поэтому первое, что нужно, это не уставать от одиночества, а наслаждаться им. А наслаждаться одиночеством можно только в том случае, если вы занимаетесь творческой деятельностью, если вы работу, ну, если вы трудитесь творчески, потому что к любому труду, который интересен вас и ценен для человека, можно относиться творчески. У вас этого, судя по всему, не происходит. Ну и опять же, непринятие себя. То есть здесь одновременно и карьерный рост, и развитие, да, и становление вас как специалиста, как профессионала высокого уровня самого, и с другой стороны, это принятие себя, и, значит, ну как бы, отказ от отрицания себя. Я могу прожить одна без проблем, но я не хочу, я хочу братных вещей, мешковые объятия, поцелуев, секса, наконец. Из всего этого секс является только одной из естественной потребности. А мужские объятия и поцелуи, к сожалению, это немножечко не то. И это непростые вещи. Это непростые вещи. Мужские объятия, это, по сути, потребность в любви. Вы хотите любви, вы хотите, чтобы вас любили. А любовь именно это не принятие себя. То есть любовь вообще это принятие. Если вы хотите любви к себе, значит вы не принимаете себя. Заметьте, вы говорите, я хочу мужского объятия и поцелуев. То есть вы хотите, чтобы вас обняли, чтобы вас целовали. Это значит, что вам нужна любовь. Знаете, любить себя нужно в первую очередь. Себя вы не любите и хотите за это приложить ответственность на другого человека. Это не работает так. А дальше, я хочу засыпать и просыпаться не одна. Опять же, это все потребность любви.
То есть вы не говорите, что я хочу сделать другого человека счастливым, к примеру. Вы просто говорите, что я хочу засыпать и просыпаться не одна. Это означает, что одной вам тяжело. Это означает, что пока вам тяжело одной, вы так и будете от кого-то зависеть. Посмотрите на своих родителей, ведь им тоже было одним тяжело. Посмотрите на маму, на папу. Папа женился от безысходности, мама из страха остаться одной. Они тоже не хотели быть одни. И вот что получилось. Вот какими были их отношения. Вы хотите повторить их путь, вы хотите повторить их сценарий. Но вы же сами видите, к чему это привело. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы вы не хотели засыпать и просыпаться, а чтобы вы наслаждались собой, наслаждались своей жизнью. Да, еще раз повторяю, если хотите секса, ради секса можно встречаться. Можно в конце концов себя как бы удовлетворять, да, в этом нет проблем. Вопрос только в том, что вызывает стыд, что вызывает принятие, что вызывает непринятие. Дальше, хочу готовить кому-то завтрак, а вот здесь уже чувство нужности. То есть вы хотите быть нужны, вы хотите быть значимы. И опять же, всплывает вопрос, а себе вы нужны? Без этого вы чувствуете себя значимым? Не хочу возвращаться домой в пустую и темную квартиру, потому что вам самой собой некомфортно. Это состояние вашего внутреннего мира. Темно и пусто. Все правильно. Так почему вы считаете, что другой человек должен освещать и заполнять чем-то ваш внутренний мир? Заполнить его и осветить – это ваша задача. И самое интересное, что все это есть у вас. Нужно только снять запрет и прислушаться к себе. Мне хочется элементарных вещей, которые почти все мои коллеги получают каждый день. Ну, я уже сказал, что это не элементарные вещи, а вот то, что вы сравниваете себя с другими людьми, точнее, здесь опять же я вижу проявление своей исключительности. То есть как-то другие коллеги получают все это, а я не получаю. Почти все они замужем или в стабильных отношениях. Ну я сказал вам, только я постоянно одна, почему? Ответил, чем я хуже? Ничем. Ничем. Но это уже идет жалоба, это уже идет детская позиция. Я не заслуживаю любовь, а вы считаете, что любовь нужно заслуживать? Вы считаете, что любовь это то, что заслуживает? Вы правда считаете так, аноним? Вы правда считаете, что любовь можно заслужить? А разве заслуга не есть условие? То есть вот я заслужил, и меня полюбили. А разве любовь в принципе не является безусловной? Или на мне какая-то печать одиночества. Да нет никакой печати одиночества. Просто у вас идет тотальное непринятие себя, тотальное отторжение себя и невера в себя. Я не знаю, как помочь себе. Ну, себе вы не поможете сами, скорее всего, тут только индивидуальная работа поможет. Значит, еще 10-15 лет одиночества, я сойду с ума. Но если вы будете вести себя так, как сейчас, то да, очевидно, вы сойдете, потому что пустота и тьма, которые вы чувствуете, они вас действительно сведут с ума. Вот. Ну, все решаемо. Начнете получать удовольствие от жизни самостоятельно, да, не будете ни в ком нуждаться, свободно удовлетворять свои потребности, и там же поверьте, все придет само собой. Вы переспросите своих коллег, как они себя вели, вы переспросите своих коллег об истории их жизни, если на то пошло. Вот. Ну и по сути, аноним, посмотрите на свои вопросы, которые вы задаете. Вы говорите, я постоянно одна. Почему?
Какого ответа вы ждете? Семья хуже. Какого ответа вы ждете? Вы правда считаете, что человек может быть хуже, а может быть лучше? Вы действительно так считаете? Вы далее пишете, я не заслуживаю любовь. Какого ответа вы ждете на это? То есть, сформулируйте запрос к психологу. Не вот такой вопрос, чем я хуже, и я не заслуживаю любовь, или на мне печать одиночества, а именно запрос. Вот и все. К примеру, запрос обрести гармонию. Гармонию именно себя. Еще раз. Личные отношения не могут быть самоцелью. Отношения, ну, как бы с другими людьми, да, с мужчинами не могут быть самоцелью, в принципе. Вот. А ваши желания вы можете удовлетворять самостоятельно. Вот. Потребность в безопасности, потребность в любви, потребность в значимости, в сексе. Это все вы можете делать. Только ваши деструктивные взгляды, интроекты, так называемые интроекты, для их выявления нужно анализировать детско-родительские отношения. Интроекты нужно просто исключить из вашего мышления. Вот. Ну и, конечно, корректировать мышление и помогать вам разрешать противоречия, которые у вас есть. Вот так, но опять же, без запроса, да, пока вот у меня нет ощущения, что вы готовы работать. Вы говорите, что вы даже не решились, вот вы пишете вначале, что давно собиралась сюда написать, а что мешало? Вы говорите, наконец решилась. Что мешало? Какой был запрет на обращение сюда? Что страшного? Что страшного было такого, что вы не писали? Вот. Вы пишете, мне нужна помощь, вам нужна помощь в чем? Я вам так скажу. Профессиональный психолог при работе с отношениями, к примеру, всегда ратует за личностный рост человека. И когда у человека личностный рост происходит, а это происходит как бы неизбежно в процессе общения, в процессе работы, то человеку уже не так нужно становиться отношения. Человеку становится важен он сам. Так обеспечьте сперва себя самим всем необходимым. Обеспечьте себя радостью постоянной, обеспечьте себя наслаждением постоянным. Вот и все. И тогда все получится. Для этого вам, конечно же, нужна помощь. Потому что пока у вас очень много неверных представлений о себе, неверных, деструктивных, разрушающих. Вот. А по поводу отношений, я еще хотел бы сказать, что когда хотят отношений, хотят быть партнером, это всегда идеализируется. То есть всегда представляется некий такой идеальный образ того, как все должно быть. Но в реальной жизни происходит все иначе. И за счет того, что имеется уже готовый образ, человек испытывает разочарование от того, что в жизни не все так идеально. И либо отказывается это принимать, то есть отказывается вступать в отношения, либо начинает подгонять обстоятельства и партнера под свой идеальный образ, что в итоге ничего хорошего не дает. Это еще одна причина, по которой нельзя хотеть отношений, нельзя хотеть быть партнером. Потому что это волей-неволей влечет идеализация. А идеализация — это уже не восприятие партнера таким, какой он есть. И, соответственно, невозможность выстраивать отношения. Вот. Основа отношения — это безусловное принятие. Если вы, безусловно, себя не принимаете, а вы себя не принимаете, я думаю, вы с этим спорить не будете,
простые отношения в принципе невозможны. Ну, здоровые, по крайней мере. Ну, вот. На этом все. Я надеюсь, допомог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.